Дагестанские инженеры объединили усилия для спасения озера Акгюль. Так, накануне специалисты запустили станцию для очистки и аэрации воды в озере. Система функционирует автономно, питаясь от солнечных батарей. Она позволяет обогатить воду озера кислородом и очистить водоем от вредных микроэлементов. Проект получил рабочее название «Экогюль». Реализует его корпорация развития региона по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии республики, а также Каспийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства.